Так, запускаешь, короче, сначала от имени администратора Creation Master, потом у тебя такой окошечко открывается. Нажимаешь файл, open, FA15. Он грузится. Не знаю, с чем связано, но программа частенько довольно тебе пишет, что не отвечает, теперь долго грузится. Но если просто подождать, то все нормально становится. Далее. Нажимаем patch. Load. Open. И вот эту фиговинку я скину. Select all. И импорт. Окей. Теперь посмотрим сейчас кое-что. Пишем сюда. Ладно, хватит. Стрелочку вниз на клаве. Да, отлично, заработало. Для пущего эффекта можно сделать вот так вот. Если не вылезет программа. Не знаю, у меня вообще не работает это уже. Ладно, жопа, короче, этого хватит. И щиты тоже, думаю, сработали. Да. Вот и все, короче, патч, load, open, патч вот этот вот, импорт нажмешь потом, и все будет готово. Главное, в конце файл, сейф не забыть. Тогда, я думаю, все получится. Да. Сейчас давай тогда проверим быстренько, как оно работает. Так. Так. На английском пишу, заходим. Смотрим. Дадим быстрый матч, сейчас посмотрим, что да как. Так, вот две формы получается. И вратарскую тоже посмотрим. Ну вот, вратарская тоже нормально. Ну вон щиты наверху, точнее рекламки. Щиты тоже нормальные. Те, которые я сделал, да. Вратарской формы. Короче, круто. Все. Надеюсь, все понятно. Ура. Я сам сделал патч. Охуеть.